Выбирать городские территории для благоустройства должны сами тольяттинцы. Что и где будет установлено, тоже зависит от желания горожан. Так, например, совсем скоро состоится общественное обсуждение предстоящей реконструкции набережной вдоль 6-8 кварталов. Можно прийти ознакомиться с проектом и высказать свое мнение. Является последним звеном красоты, в том числе и нашего родного города Тольятти. Поэтому процесс реконструкции набережной, обсуждение массового количества проектов, он и продолжается до сих пор. Ведь ходить туда людям, да, и люди, когда посмотрят там либо 120 листов, либо там эти 25, они скажут: вы неправильно делаете, архитектор, вот в этом месте должно быть совершенно другое. Также тольяттинцев приглашают к участию в общегородских субботниках, которые пройдут 17 и 24 апреля. Общественники, которые желают участвовать в субботнике, обращаются в администрацию Автозаводского района, и мы с ними уже решаем, где они будут работать. На заседании общественного совета Автозаводского района в числе обсуждаемых вопросов также выдвижение кандидатов от партии «Единая Россия» в губернскую думу. Выборы состоятся уже этой осенью. Общественный совет выдвинул Владимира Бока и Екатерину Кузьмичеву на участие в предварительном голосовании. Спасибо вам большое за то, что вы поддержали, за то, что вы своим голосованием высказали огромную надежду. Я понимаю, что надежду на наши дальнейшие действия. И я искренне верю в то, что мы вместе с вами пройдем это предварительное голосование. Предварительное голосование кандидатов «Единой России» пройдет в период с 24 по 29 мая. Для Самарской области особенностью предстоящего голосования станет его полностью цифровая форма. В этом году оно будет проводиться на платформе госуслуг, что позволит добиться значительной прозрачности результатов.